В конце октября белорусы, проживающие за рубежом, запустили акцию, которая называется «Вы бастуете, мы работаем». You strike, we work. Это значит, что мы жертвуем зарплату нашего одного рабочего дня за рубежом в фонд бастующих в Беларуси. Мы надеемся, что это поможет вам выразить вашу гражданскую позицию и быть уверенными в том, что вы не одни. Я поддерживаю всех рабочих в Беларуси. Я поддерживаю инициативу You Strike, We Work. Я сама перечисляла деньги в эту инициативу. И мы действительно реальные люди, которые поддерживают эту инициативу. Я бы очень хотела сказать вам, не сдавайтесь. Все белорусы со всего мира наблюдают за тем, как вы боретесь. Но мы не просто наблюдаем, мы боремся точно так же, как и вы. В то время, как вы там, на фронте, мы в тылу делаем все возможное, чтобы вас поддержать. И мы будем делать все возможное, чтобы мы победили вместе. Будьте уверены, что мы всегда вас поддержим и морально, и материально. И если в этих фондах закончится средство, мы соберем их опять в том же. Нам не все равно, что происходит в нашей стране, и нам не все равно, что происходит с вами. На этой неделе я пожертвовал свою зарплату с одного дня в фонд солидарности «Байсол». И сделаю это еще не раз, на следующей неделе и на неделе после, если это будет нужно. Я все время задавала себе вопрос, что будет с моей страной, какое будущее. И теперь я точно знаю, что будущее у этой страны есть, потому что есть такая замечательная молодежь. Вы самые лучшие. Это будущее будет смелым, умным, креативным, настоящим. Мы с вами, ребята. Мы